Вот это да. За 2 дня. Только что снимала все зеленое. Было хризантемки. Вот они. Прибиты снегом. Вот, смотрите, что это наши бонсайчики. Уже поливать не надо. Влага есть. Шапки снега, просто шапки. Животные даже дальше заходить не стали. Прям здесь кто-то написал. А кошки, видимо, ходили. Собачка не захотела. Этот год у нас полон неожиданностей. Даже зима пришла раньше, чем обычно. Обычно до Нового года у нас не было снега уже несколько лет. А в этом году все не так. Сосна наша уже сбросила иголки. Посмотрите, двор. Начинается время чисток. Очищать снег нужно теперь. Очищать дорожки от снега. Да. Шапки. И крышу так и не успели убрать. Сейчас муж пойдет убирать. Такая вот зима у нас наступила. Ну все, все дела перекочевывают в дом. Теперь будем что-то из дома вещать про растения. Ну и по возможности здесь что-то буду показывать. Всем привет из зимнего Киева.